И вновь всем хайку, друзья, с вами, как всегда, я, и мы продолжаем перелет. Тебе нужно. Поверь, Керриган, я был там, где все началось. Перед тобой Зерус, родная планета Зергов. Именно тут Темный нашел их и изменил. А еще остались истинные, изначальные зерги. Они сражаются. Убивают. Эволюционируют. Тот же путь предстоит и тебе, если выживешь. Ну что ж, на Зерус или на Чар? Чар долго служил главным ульем Роя в секторе Капрулу. За контроль над планетой сражаются силы тиранов и зергов. Чтобы объединить разобщенный Рой, тебе придется завоевать Чар. Сначала тебе придется сразиться с вышедшей из повиновения матерью стаи Загарой. Она не отдаст свою стаю без боя. Ну давай-ка на Чар тогда. Я не могу обнаружить темного тамплиера. Он прячется на Левиафане, готовится нанести удар. Он ушел. И какую бы цель он ни преследовал, он для меня не угроза. По крайней мере, не сейчас. Разве не зерги могут быть угрозой для нас? Никогда не сомневайся в моих словах. Как скажешь, моя королева. Так. Думаю, Керриган оставит все как есть. Текущий уровень у нее нормальный. Так, окей, давайте по заданию. Одна из матерей стаи, Загара, отказывается признавать, что ты королева клинков. Прежде чем ты сможешь отвоевать чар у тиранов, тебе придется вновь присоединить стаю Загары к Рою. Начинаем.
Стая Загары обитает в кислотных болотах Чары. Там хранятся миллионы яиц, которые ты запасла на будущее. Судя по тому, где она расположила основной улей, Загара хочет собрать на болотах как можно больше яиц. Она пытается собрать армию. Но как она выведет зергов из яиц? Она может поместить их в пруды рождения, чтобы ускорить появление зергов. Я расположила наш основной улей неподалеку от такого пруда. Значит, я соберу достаточно яиц, чтобы создать свою армию и уничтожу Загару. Повиновение. Вот ее главная ошибка. Ладно, надо что-нибудь интересное придумать. Мне кажется, она немножко ошиблась. Серьезно. Ты решила выдвинуться на меня? Что теперь? У нас... Загара привлекла внимание диких гиблингов. Они атакуют ее. Загара ушла по тоннелю на свою базу, чтобы восстановить силы. Она еще вернется. Ну что ж. Гиблинги очень полезные. Переродившиеся зерглинги. В гиблинга может мутировать любой зерглинг. Например, все? Шучу, шучу. Я чувствую, что неподалеку есть нетронутые яйца. Я должна добраться до них раньше Загары. Я слушаю тебя. Так, ладно, давайте попробуем. Что теперь? Неподалеку есть нетронутые яйца. Я иду. Говори скорее. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. Такие милахи. Можешь убить меня хоть тысячу раз, я все равно вернусь. Так. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Вперед! У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. С этим гнездом что-то не так. Из этой кладки готовы родиться гиблинги. Крушу любые преграды. Так, давайте-ка тебя убьем, друг мой. Вперед! Покончим с этим. Рой жаждет крови. Так, пока в принципе тут. Да, в принципе, тут за Керриган можно это более или менее так все это дело проводить. Где-то поблизости есть еще яйца. Например, везде. Я сокрушу любые преграды. Вперед! Так. Это мой мир. Здесь уже ее стая, надо быть аккуратнее. Покончим с этим. Аккуратнее. Я иду. Да? Говори скорее. У нас мало времени. Выкладывай. Сейчас вот она придет. Что теперь? Вперед! Да? Рой жаждет крови. Внимание! Стая зерглингов приближается к нашему основному улью. Угу. У нас мало времени. Я сокрушу любые... Хорошо, Загара, давай! Я не могу умереть! Я Рой! Ты какой-то не такой Рой. Жаждет крови. Так, Керри. Рой не знает усталости.
Поблизости есть несколько зараженных тиранских построек. Они привлекают диких зергов. Я буду уничтожать их, если обнаружу. Я сокрушу любые преграды. Рой не знает усталости. Раздавим их. Рой жаждет крови. Так, давайте-ка нападем на все это дело. Я сокрушу любые преграды. Они пожалеют об этом. Замечательно. Больше рабочих, чтобы было больше минералов. А Кири пока пособирает все остальное. Я сокрушу любые преграды. Так, зараженные постройки. Я вас понял, госпожа Керриган. Мы уничтожили одну из зараженных построек. Остается еще одна. У тебя недостаточно силы, чтобы убить меня. Тебя никто не спрашивал. Уж если у меня недостаточно силы, то у кого тогда ее достаточно? Я сокрушу любые преграды. Вперед! Так. Мы можем строить только на слизи. Ну да, в принципе, логично. Так. Я слушаю тебя. Распространять опухоль так, как можем и умеем. Так. Ладно, надо убить на самом деле ее еще раз. Рой жаждет крови. Покончим с этим. Мои малыши убивают ее. Это мой мир. Очень быстро. Не могу умереть. Я Рой. Ты не Рой. Ты нечто бессмысленное. Так, а стоит ли мне... Ладно, подумаем об этом чуть позже, а пока... Угу. Нам нужно больше минералов. Так, хорошо, хорошо. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Тебя да никто не спрашивал. Возвращение загара. Она кое-как собрала 4 яйца. Ну, нет, ну в принципе ты молодец. В принципе ты молодец. Так, а мне вот сюда бы прогуляться на самом деле, либо... А, либо как раз вот я сюда иду. Вот. Все равно вот в сторону. Покончим с этим. Так, минусуем. У нас мало времени. Говори скорее. Кири. Половина есть. Я слушаю тебя. Я вернулась, и теперь ты заплатишь. Выкладывай. Так, сейчас мы яйца там возьмем, но мне сначала нужно, чтобы... У нас мало времени. Чтобы я убил Загару. Нет. Что теперь? Как я же сокрушу так? Любые преграды. Как же так? Это мой мир. Говори скорее. Где-то поблизости лежат яйца, я чувствую это. Керриган, который чувствует яйца. Как это я прикольно. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Так, тоже порождай. Ну, наверное, ты. Что теперь? Так. Потерей назад. Тебя вперед. Покончим, да? И по морде. Я по сокрушу морде любые загаре. Преграды. Ля-л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 я. Меня это не остановит.
Это мой мир. Ну, это не добьет. Рой не знает усталости. У нас мало времени. Я иду. Тебя никто не спрашивал. Выкладывай. Готово. Говори скорее. Мы разрушили последнюю зараженную постройку тирана. Что теперь? Я слушаю тебя. Тебя никто не спрашивал. Так, гиблинги мои, гиблинги, где же вы? Малявочки мои. Выкладывай. Толстопузенькие. Вперед! Что теперь? Говори скорее. Не хватает надзирать. Что теперь? Рой не знает усталость. Рой жаждет крови. Он... Говори скорее. Рой, ну, в принципе, знает, здесь довольно большая армия у меня. У тебя недостаточно силы, чтобы убить меня. У нас мало времени. Это мой... Та-та-та-та-та-та. Еще немного. Рой не знает усталости. Тебя готово? Никто не спрашивал. У меня достаточно яиц. Абатур, размести их в прудах рождения. Мне нужны войска. Конечно. Ускоритель развития. Раствор созревания. Армия будет готова через несколько секунд. А теперь... Загара пожалеет, что выступила против меня. Да, она вроде и так пожалела. Ну ладно, сейчас пожалеет еще больше. Выкладывай. Это мой мир. Покончим с этим. Тебя никто не спрашивал. Яйца, это мой мир. Яйца. Вперед! Выкладывай. Ну что, Загара, надеюсь, ты готова. И это все в одну базу. Как мило. Покончим с этим. Так. Я сокрушу любые Керри? Бригады. Ты же командир своих войск. Ну-ка, в бой. Времени. Все вместе. Как одна большая семья. Идеальное войско, друзья. Я иду. Рой жаждет наши крови. Войска атакованы. Рой не знает наши усталости. Войска атакованы. Покончим с этим. Убить ее. Моя королева, я лишь выполняла твой приказ. Стойте. Я приказала тебе восстать против меня? Ты велела всем матерям стаи быть сильными, сражаться и завоевывать. Ты сказала, что зерги повинуются силе воли. Твоя воля сильнее, и я буду служить тебе. Хорошо, Загара, я сохраню тебе жизнь. Я собираюсь восстановить Рой, и ты станешь частью моего плана. Моя королева... Ну что ж, не дайте Загаре получить ни одного яйца в задании «Захват власти на уровне сложности боец». В этот раз я это не выполнил, но в прошлый раз это было классно. Все 6 гнезд гиблингов до того, как собирать стоит задание. Это надо было по всей карте прогуляться. Выполнить задание «Захват власти», ну, логично. Ладно, спасено гнезд гиблингов 2 из 6 уровня. Главное для меня сейчас развитие Керриган. Это самое важное. И основное занятие. Ладно, всем спасибо и пока. Надеюсь, увидимся еще в следующей серии. А пока. Пока.